Всем привет! Сегодня вторник, 11 октября. Я отправляюсь в славный город Обнинск на чемпионат России среди МВД, где буду представлять Республику Татарстан, так как с июля этого года являюсь младшим сержантом полиции в данной республике. Принимают участие более 60 региональных отделений Министерства внутренних дел. Проходить они будут со вторника по субботу, 5 дней, и я на них буду плыть 4 дистанции. Все полтинники всеми способами. 50 брас, спина, кроль, дельфин. Моя основная задача — попасть в призы на дистанции 50 метров брас. В прошлом году человек выиграл с результатом, который я показал 2 недели назад в бассейне «Архимед». Вы это видели в первом выпуске влога. И моя задача сейчас — улучшить мой результат и постараться выиграть свою дистанцию на этих соревнованиях. Все спортсмены разделяются на 2 возрастные группы. До 35 лет, после 35 лет. Так как мне в августе этого года исполнилось как раз-таки 35, я буду выступать во второй группе. Соответственно, все мои соперники будут либо мои ровесники, либо, соответственно, старше. Но не стоит обольщаться, потому что, судя по протоколам прошлых лет, на этих соревнованиях выступает много спортсменов, которые либо являются, либо были очень сильными спортсменами, а сейчас работают в органах и представляют свои подразделения на этих стартах. В том числе Евгений Рылов, с которым мы состязались на брасе, как вы помните, в прошлые выходные. И увидимся спустя буквально несколько дней снова. Не переключайтесь, поехали! Прибыл на место. Позади меня находится наш отель, где мы живем. Отель находится в том же здании, где и сам бассейн «Олимп». Пойдемте внутрь. Разошлись. Просто атака вообще. Ну прикольно, чистенько. Вид хороший. Сразу с дороги решили перекусить. Зашли в местную столовую. Вот такой обедик. Очень аппетитненько выглядит, не правда ли? Если вы, девчонки, выберетесь из учебки, если вы переживете курс молодого бойца, вы станете оружием, посланниками смерти, молящимися о том, чтобы началась война. Но до этого дня вы просто блевотина. Вы низшая форма жизни на земле. Вы вообще нихуя не люди. Вы всего лишь неорганизованная стая скользких, вонючих жаб. Я строг, и поэтому я вам не понравлюсь. Но чем больше вы будете меня ненавидеть, тем большему вы научитесь. Я строг, но я справедлив. У меня здесь нет расовой дискриминации. Мне насрать на черножопых, на жидов, на макаронников и на латиносов. Вы все здесь одинаково никчемные. А моя задача — избавиться от тех, кто не способен служить в моей любимой морской пехоте. Прикладное плавание. За нашу сборную выступает Никита Королёв и Ренат Мустафин. Буквально через несколько минут узнаем, какие они прибыли. Отличительной особенностью данный старт является то, что участники соревнований плывут полностью в полном обмундировании. Штаны вверх, и все это должно быть закреплено обязательно ремнем. Когда участники выходят из воды, специальные 3 судьи проверяют наличие обмундирования у них на себе. Не отвалилось ли чего-то там, допустим, ремень мог там отвязаться. Если что-то не так с формой, то зачислят штрафные очки. Плыл хорошо. А, ну да, кстати, вот это я тоже зафиксирую. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Просто невозможно. Ты за 28, ты за 31 проплыл.
из 29 вроде еще никто не выплывал. Я прыгнул, у меня паника. Без очков, куда я голову поднимаю. Итак, полировка рук и ног заняла примерно 50 минут. Теперь я полностью готов к заплыву. Кстати, вот как это выглядит. Хоть сейчас на подиум можно идти. Кстати, многие думают, что эта операция совершается для того, чтобы удалить волосы, тем самым уменьшить сопротивление воды. Но по факту вся суть в бритье заключается в удалении верхнего слоя кожи, эпителия, для того, чтобы повысить чувствительность к воде. Когда спортсмен гладко выбрит и у него убран верхний слой эпителия, он гораздо лучше чувствует положение своего тела в воде. И это, в общем-то, дает ему небольшое преимущество в плане техники проплывания дистанции. Но справедливости ради стоит отметить, что клинически эффективность данного способа не доказана. Я изучил достаточно много материалов, и везде в заключении в качестве выводов приводится, что это скорее имеет под собой какой-то эмоциональный характер, какой-то плацебо, что бритый пловец просто чувствует лучше уверенность, что он сделал до прохождения дистанции все, что мог. Но по факту эффективность бритья не доказана. Мои мама и брат приехали меня поддержать. Большое спасибо им за это. Как вам соревнования? Себе, пожалуйста. Круто. Отлично. Понравилось? Очень. Да, хорошая атмосфера, брутальные мужики. Сильнейшим за вылет старт принимают Сергей Остапчук, ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, Сергей Прохоров, УМВД России по Ульяновской области, Игорь Марченко, УМВД России по Владимировской области, Дмитрий Каморников, ГУ МВД России по городу Москве, Дмитрий Бычков, МВД по Республике Татарстан, Владимир Борцов, УМВД России по Кировской области, Дмитрий Мананов, МВД по республике Башкортостан, Анатолий Поляков, ГУ МВД России по Московской области, заплыв на 50 метров брас, 29.83, если не ошибаюсь, приплыл вторым. Первым, как ожидалось, был Каморников, 29.09. Начали вроде бы ровненько вместе, но под конец я все-таки, конечно, подостал. Он слегка ускорился. Шорты, кстати, уже сухие. Первое, чтобы башкиры
подошли к концу эти замечательные соревнования. Завершал программу сегодняшнего дня эстафета 4 по 50 комбинированная. Плыли три парня: Влад, Никита и Стас и Лиза Базарова. Приплыли мы вторые, проиграли буквально касание. На последнем этапе у башкиров плыл участник Олимпийских игр. Итоговое место мы заняли четвертое, что, в общем-то, неплохо. Своим выступлением я также доволен. Занял второе место на 50 раз и был в десятке по всем остальным дисциплинам. Удобно говорить, был в десятке, когда занимал всегда девятое место, не правда ли? Отличная организация, очень понравилось, народу не очень много было, можно было спокойно разминаться. Хорошая команда собралась. Пользуясь случаем, передаю привет. Влад, Никита, Ренат, Стас, Лиза. До новых встреч в следующем году. Тренируйтесь, чтобы не подвести меня. И я, соответственно, буду укреплять свои остальные стили, чтобы в следующем году мы попали в заветную тройку. До новых встреч в следующем году. И в качестве небольшого постскриптума. По завершению заплыва на 50 вольный стиль я пообщался с Дмитрием Каморниковым. Мне было любопытно узнать, не планирует ли он присоединиться к течению Мастерс и выступать на соревнованиях в этой категории. К моему удивлению, он сказал, что на самом деле об этом слышал, ему не раз уже рассказывали его друзья. И действительно подумывает серьезно над тем, чтобы в этом году, возможно, принять участие в каких-либо стартах категории Мастерс. Я ему сказал, что вот один из больших стартов состоится в августе следующего года. Это чемпионат мира Мастерс в Будапеште. И он, насколько я понял, выразил заинтересованность. Так что, вероятно, Мастерс ждет в ближайшем будущем очень серьезное пополнение в лице Дмитрия Каморникова, заслуженного мастера спорта России, трехкратного участника Олимпийских игр, рекордсмена мира и Европы на дистанции 200 метров брас, если кто вдруг не в курсе. Поэтому, если все случится именно так, будет действительно круто. И без того сейчас состав участников Мастерс очень сильный. А с его появлением в брасе это будет прямо огонь. Так что, Дмитрий, если ты смотришь это видео, а я пришлю тебе на него ссылку, welcome, присоединяйся к нашему течению. Всем пока, спасибо, что смотрели этот выпуск. Ставьте лайки внизу, если вам понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Если есть какие-то вопросы, комментарии, оставляйте их под видео. И подписывайтесь на канал.